Мы получили, вот буквально, может, полгода назад мы получили эту долгожданную квартиру, мы получили это расширение. Квартира двухкомнатная, в теплом доме, в хорошем теплом котельцовом доме, в хорошем районе. Сейчас там производится ремонт. Как сделаем, так сразу заедем. И кому не говоришь, все просто в шоке, что происходят еще такие чудеса в нашей республике, ну вообще, что государство дает еще квартиры. Но я говорю, что да.